Я не должен был совать кирпичу кошелек в карман. Ах, вот. А, ну что ж, сейчас еще не поздно. Давай вернемся в отделение и скажем, что кирпич никакого кошелька не резал. Ну, что, ошибка вышла? А потом извинимся все вместе. Вернее, я один извинюсь перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным и отпустим его на все четыре стороны, а? Он украл, я разве спорю? Но не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет. Меняет! Все меняет, потому что если бы не мое вранье, то вор-рецидивист Сапрыкин сидел бы сейчас в малине, а не в тюрьме. Правильно, я засунул ему в карман кошелек. Но для кого я это сделал? Для себя, для свата, для брата? Да погоди ты, Глеб! Нет, это ты подожди! Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытина, останови машину! Давай сейчас выйдем и спросим у 100 человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда?